Здравствуйте, меня зовут Фирдаус Бандалова. Я по образованию педагог. Когда работала в начальной школе для детей с нарушением зрения, всегда думала, уйду на пенсию и займусь любимым делом. Я на пенсии и занимаюсь декорированием предметов техники декупаж. Переехала в другой город. Город очень замечательный. Это в Башкирии, город Октябрьский. Новые люди, новое общение. Но мне чего-то стало не хватать. Я училась у Алисы Лученского, Елены Пересторониной. С Алисой мы создали свой сайт. В прошлом году я участвовала в международной конференции «Звездный салют». Мне выдали вот такой диплом. Отныне и навеки ей гарантируется поддержка звездных попутчиков. И действительно, звездный попутчик – это, казалось, Юля Пряхина. Мне на почту приходило очень много писем. Я их читала, просматривала, но ни одно меня не тронуло. А Юлина приглашение меня зацепило. И я пошла на тренер «Инфобизнес для женщин». У всех же получается, значит, и у меня получится. Когда началась учеба, были и слезы, и разочарования, я это не могу. Но Юля нам помогала. Она поддерживала, подбадривала, все нам разъясняла. Она брала нас за руку и вела по всему пути нашего обучения. И результат я получила. У меня не было ни одного человека в подписной базе, а на данный момент сейчас 734 человека. Я провела свой первый вебинар, где люди говорили мне слова благодарности за то, что я делюсь своим опытом, рассказываю им свои секреты и показываю, как можно сделать красивые вещи своими руками. А сегодня у меня состоится платный мастер-класс, и на него пришло 28 человек. Поэтому я хочу сказать вам большое спасибо, Юлия и Алекс Айвенко. Вы действительно дарите нам возможность поверить в себя и понять, что мы можем, что в интернете можно заработать. И если вы хотите почувствовать себя, свою уверенность и заработать именно на своем любимом деле, поделиться своими знаниями, то идите учиться к Юлии. Всем вам успехов!